Сегодня в одном из могилевских кинотеатров необычная кинопремьера. Зрители идут оценивать первые серии телесериала. Обычно мыльные оперы смотрят дома, сидя на диване. Но сегодня особый случай. Этот телесериал снимался в Могилеве. Его еще никто не видел. И самое интересное, что и автор сценария, и режиссер-постановщик, и исполнители роли, все они актеры Могилевского драмтеатра. Телесериал называется «Третий звонок». Тема как нельзя лучше знакома создателям фильма. Это жизнь актеров провинциального театра. На сцене и за кулисами. Главной съемочной площадкой стал Могилевский драмтеатр и улицы города. Ради съемок актеры отказались от своих летних каникул. Работа шла круглые сутки. Дубль за дублем в день удавалось снять не более 5 минут. Единственный приглашенный профессионал из мира киноиндустрии, оператор, на счету которого уже не один раскрученный российский телесериал. Также у киношников-дебютантов снялся знаменитый российский актер Юрий Назаров. Дал согласие на съемки Лев Дуров. Сейчас деловые люди, они вот эти самые большие гонорары ищут. А мы, я совок, я старый, понимаете, для меня никакая Белоруссия, родненькая Белоруссия. Я говорю, что я второй мой фильм большой, крупный, значит, как же он назывался? «В трудный час», это про оборону Москвы, снимался здесь. Ну, не в Могилеве, в Минске, под Минском снимался. Я просто хочу показать, какие бывают актеры другие, кроме медийных. Как объяснить? Надо больше снимать актеров драмтеатров. Почему? Те, которые в профессии, на сцене постоянно имеют практику. Потому что это самая серьезная работа и сложная наших белорусских. Я имею в виду и Могилев, и Минск, и Гомель, и Витебск. Потрясающие есть образы. Пока снято всего 3 серии, но этого было достаточно, чтобы ряд российских телекомпаний согласились вести переговоры о продолжении съемок. Мыльная опера тоже может быть высоким искусством. Это пытаются доказать создатели «Третьего звонка». Могилевские зрители им поверили. Сегодня в зрительном зале нет свободных мест, хотя цена на билет не ниже, чем на американские блокбастеры с многомиллионными бюджетами. Так что у коммерческого кино, возможно, появился серьезный конкурент. Елена Кукшинская, Владимир Недобоев, наши новости из Могилева.